Мы беседуем с Геннадием Дозорцевым, владельцем компании «Дозорцев и сыновья», по-английски «Дозорцев and Sons». Геннадий, добрый день. Добрый день. Геннадий, на дворе весна, начало марта. Я думаю, что у вас весеннее настроение, оно не испорчено сообщениями, которые сегодня есть и в электронных средствах массовой информации, и в печатных изданиях, и телевидении. Я сейчас прочитаю очень небольшой фрагмент из того, что сегодня можно прочитать по поводу обращения правительства Грузии, связанного с продажей грузинских вин в Соединенных Штатах. Итак, правительство Грузии не смогло зарегистрировать в США право на продажу вина Хванчкара, производящегося из уникальных сортов винограда, растущего только в грузинском регионе Рача. Как сообщает Georgia Times, эксклюзивное право на торговую марку уже получила компания «Дозорцев and Sons», которая импортирует вино в США. По данным издания, фирма советских иммигрантов «Дозорцев and Sons» торгует в США не только хванчкарой, в частности, одним из партнеров компании является грузинская корпорация «Кинзмараули». Грузпатент планирует подать в суд в связи с присвоением грузинской торговой марки. Оказалось, что право продавать продукцию под брендом «Хванчкара» в США имеет только «Дозорцев». Здесь все правильно? Все правильно, только не все сказано в этой статье. Наверное, они не все знают. Кроме «Хванчкары», у нас еще зарегистрировано 10 лет назад «Кинзмараули», вино, которое считается ведущее, лидер грузинского вина, где производит вино это только в одном районе, по-настоящему, как должно было быть. Ну, к счастью, у нас есть вот все сертификаты. Я смотрю, вы поглядываете на бутылки. Давайте покажем, о каком продукте идет речь. Итак, вот перед нами вина. Вот «Хванчкара». Здесь ясно показано наш лейбл или наша, как сказать? Торговая марка. Торговая марка «Дозорцев и сыновья». И по праву, которую, по идее, должны продавать только мы. К сожалению, сюда завозят очень много, не чистоплотные бизнесмены, привозят вина с Болгарии, из Румынии, из Белоруссии, откуда только возможно было где привезти некачественные вина, в смысле дешевые вина, которые никакого отношения не имеют к Грузии. Итак, мы видим, красная этикетка – это «Хванчкара», черная этикетка последняя – это «Кинзмараули», да? Это «Кинзмараули», да. А в середине? В середине это то же самое «Кинзмараули», это в серебряном окладе мы привозили это для подарков, скажем, хороших людей. Подарочная бутылка. Подарочная бутылка. Ну и я вот смотрю рядом с этими бутылками несколько сертификатов. Это паспорта, которые говорят о чем? О чем они свидетельствуют? Наверное, это самое важное. Вот, да, вскоре. Это о чем и разговор сегодня идет. Разговор идет о «Кинзмараули» и «Хванчкары». Это сертификаты регистрации 10-летней давности, которую зарегистрировала компания «Дозорцев и сыновья» по одной причине. Потому как... Давайте развернем, покажем. Пожалуйста. Это «Кинзмараули». Это есть... Трейдмарк. Principal Register. «Кинзмараули». И «Хванчкара». И «Хванчкара» тоже можно открыть. Вот я открою, пожалуйста. И это, и то. Вот. «Хванчкара» и «Кинзмараули». Да. Зарегистрировано, я смотрю числа, май 23, 2006 год. Так. А это 17 сентября 2002 года, трейдмарк на «Кинзмараули». Это все было сделано по одной причине, потому что я планировал как-то, мы очень много вкладывали труда представить грузинские вина на американский маркет. И учитывая то, что было много липы, ну, так сказать, липы, подделанного вина, я планировал остановить ввоз грузинского вина, не грузинского, а то, что писалось, что это грузинское вино, вернее, одноименное название «Хванчкара», «Кинзмараули» и много, ряд других вин. Вот это вот меня заставило пойти и зарегистрировать эти два ведущих вина.
А, кстати, вы мне показывали документ, ваше обращение к обществу Хванчкара, да, общество защиты Хванчкары, это, даже так оно называется. Это, оно не только называется, это председателю Союза защиты вин Хванчкара, господину Лекашвили. Ему, мы неоднократно просили грузинское правительство, чтобы они нам помогли, как-то способствовали тому, чтобы перестали привозить сюда вина с Болгарии, с Украины и с других стран, не касающихся ничего. Это какое число? Это 2005 год, 15 июня 2005 года. Это письмо именно с целью обратить внимание правительства Грузии и этого общества на то, что здесь происходит. Правильно. Здесь очень ясно мы все изложили ему, какие проблемы имеет американский маркет из-за ввоза некачественных вин. Люди, которые слышали, не всегда в Союзе возможно было достать настоящее, вообще грузинское вино. Люди мечтали попробовать это, не имели возможности. Приехал в Америку, и, конечно, это стало здесь все доступно. Они стали покупать, пробовать грузинские вины. К сожалению, попробовал некачественное вино, может быть, там потому что ценовая политика была, очень они дешево привозили, и люди... Смотрит Кинмарули, Хванчкара на полках, пробовал это вино, говорили, что ж мы так мечтали попить это вино, когда оно... Барматуха, я сказал. И вот это вот из-за них, и наше вино тоже люди с боязнью брали с полок, пока не попробовал. Попробовав наше вино, они уже сразу отдавали предпочтение компании «Дозорцевые сыновья». Геннадий, вот говоря о качестве, ведь на самом деле в вашей компании проделана огромная работа. Вышли по тому пути, хотели показать, что вино, которое привозит компания «Дозорцев и сыновья», оно замечательного качества. И это было оценено. Вот я смотрю, у вас медали, у вас сертификаты. Можете вы сейчас показать? Это на самом деле, ведь это международные различные премии. Да, я вам скажу, ни одна из компаний, которые привозили сюда грузинские вины, так называют грузинские, не могли выставить свою продукцию на американский маркет, потому как... Здесь люди понимают на хорошее вино. И вот мы единственная компания в Америке, которая выставляла на американском, канадском маркете, и мы завоевывали золотые, бронзовые медали за качество вина. К счастью, можно сказать, здесь пробовали вина вслепую, так сказать, наливали, и те, которые тестили вина, они не знали, что они пьют, и отдавали предпочтение... Груди можно приложить, как орден? Да, я вам скажу, это было очень много вложено труда, здоровья, так сказать, и денег. Вот если нам лицевой частью показать эти медали? Ну, здесь, так сказать, очень это, знаете... Доступно только тем, кто это может заслужить. И сертификаты, интересно. Вот мы имеем очень много сертификатов, так сказать. Это Торонто, да? Да, это Торонто, это у нас есть и в Нью-Йорке, в общем, по всей Америке, где проводились, так сказать, тестинги или компетишн, скажем так, где мы выставлялись. К счастью, нас оценили так сказать, положительно. И мы завоевали очень красивое, хорошее имя. Но, так сказать, когда попадало вино не то, что должно было быть Грузии, это портило имидж. И мы старались. Я скажу, лет 6-7 назад мы встретились в Сиэтле на форуме, где присутствовал премьер-министр. И я к нему подошел и говорю, послушайте, что же это происходит, почему завозят... Грузии, премьер-министр Грузии. Он удивительно развел руками, для него это была новость, что привозят столько некачественных, скажем, вин.
Кстати, вы же были в Ванчкаре, вот в тех местах? Вы не могли, наверное, не быть? Я был с моим помощником Грушевским. Мы были везде. Много раз мы ехали в Грузию, каждый раз смотрели новый вид. Вот, например, хозяин и Кинзмараули, и хозяин Ванчкара. Вот здесь стоит. Где он? Он в центре? Вот здесь в центре это хозяин Ванчкары. Хванчкару выпускают только в одном регионе речи, и мы там получили очень большое удовольствие, увидев их производство. Заключили мы с ними контракт, договор, и мы стали очень успешно, так сказать, поставлять на американский маркет, на что... Грузия в то время вообще не обращала внимания на что происходит с вином. Вот это очень важный момент, поскольку я беседовал в программе «Утренняя пробежка» телевидения RTN WMNB с грузинским корреспондентом Тамар Папалашвили, и она задала вопрос, я вам его передаю. Хванчкара действительно это очень маленький регион. Все, что делается в радиусе свыше 150 километров от этого района, уже не может называться Хванчкарой. Какова мощность производства? То есть создается у людей впечатление, что раз это маленькое, то такое впечатление, что выпускается там, допустим, 100 тысяч бутылок. Естественно, что не то, что в Россию или в Соединенные Штаты, своим не хватит. Я вот что вам скажу. Действительно, это там... уникальная природа и условия для роста, для выращивания винограда, именно этого винограда, из чего делают Хванчкару. Конечно, закупают в этом заводе сырье, другие заводы тоже выпускают немножко, но очень в маленьком, может быть, поэтому, что они берут там, скажем, на контейнер, на два контейнера вина, а делают, может быть, 5 или 10, что такое количество выпускается. Но это уже на их совести. А мы единственная компания, которая действительно все годы привозим в холодильнике. Нам даже не дали привезти вино в простых контейнерах. Привозили в охлажденных контейнерах для того, чтобы качество вина не испортилось. Ну, кстати, вот у меня есть кое-какие данные. Допустим, компания Pernod Ricard, она вышла на грузинский рынок, и она продает вина Грузии в различных странах. Компания разливает 5 миллионов бутылок грузинского вина в год. Я говорю не только о том, что здесь Кинзмараули, Хванчкара, здесь 17 различных сортов вина, но они разливают и Кинзмараули, и Хванчкару. Значит, еще одна компания, Кахетинский дом виноделия, 1 миллион бутылок. Хванчкару также они, завод разливает и Хванчкару, и Мукузани марочная, Кинзмараули опять-таки. То есть, хватает вот в таком количестве, я понятно, что не миллион бутылок только Хванчкары, но разные заводы разливают одно и то же вино, и Хванчкару, и Кинзмараули. Они имеют право разливать вина, получив сырье от производителя этого винограда. Но не хочу говорить о других компаниях, как они, что они производят. Винограды они продают в Европе только. С чего и началось в Америке, когда я увидел производство Хванчкары, сделано в Голландии, была такая компания GW, и попробовав это вино, я понял, что это вино выхолощенное. Ну, по рецептам Европы, оно было нормальное, красивые бутылки. И тут у меня возникла идея поехать и привезти настоящие грузинские вина. Что я и сделал. А почему Грузия сейчас вдруг очнулась в 2011 году и задумалась о том, как выйти с грузинскими винами на американский рынок? Учитывая, что потепление двух стран, Америки и Грузии. Представители Грузии приехали в Америку не учиться, а получить поддержку
американской ассоциацией, что они и пообещали, что они будут помогать приводить грузинские вина в американский маркет. И грузинские виноделы, Министерство сельского хозяйства, они решили зарегистрировать 18 наименований вин. Ну и понятно, что когда они подали на патент, на регистрацию на те вины, им отказали, потому как компания «Дозор Цусне» зарегистрировала. Можно сказать, что вы их в этом обогнали. Я их не обгонял, я сделал свое дело, это было 10 лет назад. Они не должны были 10 лет закрытыми глазами спать и не думать о достоянии Грузии, скажем, Treasure of Georgia, это всегда говорил. Мы очень-очень много проделали работы, очень много авертайзинг, мы сделали лотерею на всю Америку. У нас была такая программа, что люди открывали бутылку, и там на пробке были номера выигрышные. Вот это было сделано для того, чтобы увидели американцы и русские, чтобы они видели настоящий грузинский вид. То есть в вашей компании была проделана огромная работа. Ваши теперь ощущения, они говорят о том, что они подают на вас в суд. То есть вы можете встретиться в суде как истец и ответчик, или же вы можете встретиться за столом как бизнесмены, грузинская сторона и ваша компания. Я не собираюсь препятствовать грузинским планам грузинских виноделов. Конечно, я буду рада, если прекратится сюда ввоз нечистоплотных бизнесменов некачественного вина. Это первое. Мы относимся очень хорошо к грузинскому народу и любим Грузию, любим грузинские вина. И с ними, я думаю, что мы как-то обговорим. Единственное, что оно должно быть как-то взаимовыгодно для нас обоих. А в письме, которое они вам прислали, разговор идет о суде или же есть какие-то другие они варианты? Они прислали вот письмо, вернее, патентное их Министерство патентов, или как их там называют? Грузпатент. Грузпатент. Прислали, что они, что мы не имеем права регистрировать то, что принадлежит Грузии, что они в чем ошибаются. И что они захотят нас, если мы не откажемся, привлечь к суду. Мы этого не боимся, мы ничего не сделали неправильно. Все, если Америка уже нас очень сильно проверяли, очень много бумаг предоставили от заводов, производителей. Мы говорим не только о Хванчкаре, мы говорим о Кинзмарули. Действительно, Кинзмарули очень замечательный район, где производят саперави виноград. И мы все сделали для того, чтобы американский любитель вина получил хорошую оценку нашему вину. И я не вижу, чтобы мы что-то нарушили, что-то сделали неправильно. Я думаю, что я должен был бы получить от грузинского правительства как минимум медаль, я знаю, или... Еще одну к уже полученным, да? Да, да, но это медаль американцев, а это я хотел бы благодарность получить с грузинского правительства, что мы единственные, кто действительно представляли их трежер, их богатство на американский маркет. Геннадий, большое спасибо за интервью. Успехов вам и вашему делу. Спасибо большое. Я надеюсь, что это все, как говорят в народе, устаканится, что наш народ будет получать удовольствие от настоящего грузинского вина. И то, что из-за того, что люди привозили некачественные вина, говорили даже, что дозорство разливает у себя на бэк-ярде и так далее. Мы привезли очень много миллионов тоже за 10 лет, что мы уже 12 или 13 на маркете. Мы пошел уже 3,5 миллиона где-то мы продали. И качественно, бутылок качественного, настоящего грузинского вина сделано прямо, называется по-американски Battle Estate. Там, где, у нас даже такое было, там, где выращено, там сделано.
И пусть народ пьет и получает удовольствие от грузинского вина. Спасибо, репутация Грузии не должна страдать. И моя тоже. Да, спасибо большое. Пожалуйста.